Привет. Папа. Я не знаю, где ты и когда ты вернешься. Просто я хотела тебе сказать, что мы по тебе очень скучаем и... Макс, здорово. Очень ждем тебя. Как твои дела? Чем занят? Какие планы на этот прекрасный вечер? Хорошо, что ты пришла, я больше не могу дома. До конца не знаю, почему, но мне одному страшно. Ты что угодно. Только не быть дома. И мне не интересно знать, что будет там дальше. Я смотрю в окно. Там сплошной туман. Я смотрю вперед, там не видно нихуя. Рядом нет никого, никого, кроме тебя. Хотела тебе сказать, что сегодняшний день мне показал, что я, кажется, не хочу от тебя отделяться так далеко. И когда я ехала в электричке в железнодорожной, и мне так захотелось развернуть поезд и поехать к тебе, где бы ты ни был.